В течение лета территориальным отделом было проверено порядка 220 детских площадок, расположенных в поселениях Ленинского района. Около 15 все еще не поставлены на баланс, то есть попросту брошены. И на сегодня самая главная задача – определиться с хозяином каждой детской площадки. Принимать на баланс эти детские площадки. Администрации обязаны это сделать в ближайшее время, чтобы не было бесхозных, чтобы не было у нас травм. Это самое главное. Вместе со своими помощниками, молодогвардейцами, сотрудники Госадмтехнадзора проверили всю надежность, безопасность игровых сооружений, общее состояние. Такие акции мы будем проводить регулярно, чтобы наши дети, живущие в Ленинском районе, как бы играли на нормальных площадках, достойных, так сказать, не пострадали, и площадки, чтобы сохранились в надлежащем порядке. Вот эту площадку ремонтировали весной. По предписанию как раз. Не прошло и года, как говорится, налицо дело человеческих рук, рук, не способных к созиданию. Устранять неисправности придется руководству поселения. В их адрес уже направлены уведомления. Но в целом площадкам в поселке Развилка Госадмтехнадзор ставит удовлетворительную оценку. За ними следят постоянно. Что-то, если периодично выходит из строя, стараются в экстренном порядке все это восстановить. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».